Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил. И давно я не разговаривал с микрофоном, так. У меня такая другая программа была, что даже не слышно даже. Ну что, продолжаем играть. Так, включаем. Так, я не просто повторяю. Здесь какие-то невидимые монстры. Я уже слежу за этим графиком. Так, получай гандон. Так, извиняюсь за выражение. Ну что? Вот еще черепки, я попадаю прямо в прицел. Блин, куда я упал? Все тут у нас выход. А, вот он. А то я сейчас первый раз съел. Вам показываю только музыку. А ферзе я показываю только разговор с микрофоном. Так, все, пойдем. Вот тут еще и есть там враги. Лифт есть. Нам теперь пишут известие, что там будет происходить в этом карте. Нам предстоит туда зайти. Итак, наши враги, альянс монстры и солдаты хотят нас уничтожить, чтобы объект был найден. Мы должны немедленно найти этот объект, или значит, мы все погибнем на этом месте. Пацаны, я полностью с вами соглашаюсь. Я даже не знаю, как это сделать. И всегда задают вопросы, как это победить в этом. Вот он, они такие дома есть. Сейчас пойдем поищем что-нибудь там. Патроны там, аптечки. Аптечки есть? Идем по этому. У меня что-то походу нос зачесался-то. Продолжаем, не будем терять время.
Но обычный как понимает, что Doom это основная игра 1993 года. Здесь что у нас тут внутри? Ага, там щит есть! Там и воздушный монстр есть! О! Боевой наш! Сильный боевой! Прям как куски ломаются, прям как... Так, чё я хотел? Пулемёт. Есть. Патроны. Оси как нашли для оружия. Так, у нас есть уже заряженное оружие. Автомата. Значит, пойдем. Я как в шоке вспомнил об этом. Такая игра была похожа на другие, там оружие были, там еще дробовики. Короче, я умею вчера на Фейсбуке. Скоро будете держаться с Фейсбуком новыми видео и новыми фотографиями. Чё? Патроны. Я... Подождите! В общем, ребят, я буду публиковать там новое видео, там что-то, как сделать оружие М4-1А. Ну, все задают вопросы, как сделать оружие из картона или из бумаги. Я лучше сделаю так из картона. Куплю такой себе клей и буду клеить и вам все это показывать на видео. Но это будет на следующем месяце. Когда секрет закончил. Так, пошли. Ребята, это что, походу... ясно, я понял. Так, пойду к этому следующей двери, там будем убивать. Вот там чист солдат. Так, рюкзачок возьмем. Режим... Сейчас сохраним. Есть,
Нам нужно искать все патроны, значит мы все погибли. Так, мы летим не в пути. Куда? Я тебе не... Не зря так тебе солдаты пришли и разорвали тебя в плаче, ты что? Так, вот наш выход. Сзади. Еще у нас есть. Вот там еще и шлем есть. Придется просто сохраняться. Еще закрытый. Как говорится, у меня по контракту положено. Я еще помню про это, вода принюхивайся. Ходил. Я не буду вам все показывать, но вы сами понимаете, что кто-то здесь приходил на YouTube, я могу скинуть ссылочку в описании на видео про этих там про бактерии, прохождение игры, там старенький. Невидимка! Так, пошли. Так, здесь кто-то не видит. Так, это портал. Еще. Черт, пока меня не убили! Я же могу победить! Я не согласен, тогда ставьте лайк, что я хочу победить всех монстров и солдат. Я очень люблю эти гранаты кидать, как в этом Counter Strike. Я играл, потом там взрывать, там еще газы гранаты пускать, там и слепые. Вообще обожаю Counter Strike играть. Ну не поэтому, там всегда я всю хуйню террористы всегда меня убивать. И Counter Strike, я играю за террористы и Counter Strike террористов. Вот. На стрелочку туда пока что надо идти туда, к этому. А могут вообще... А могут еще и даже сделать для нас эту ловушку. Это плохо. Вот там Миша. Ой. Почти не попал. Ой, меня... Ой. Как жесть! Ой. Мне уже как-то... Вот, здесь мне уже полегче стало. Я уже становлюсь как блин. Я уже становлюсь как крепкий камень. Ребята! Надо сделать такое оружие, потом поснимать на камеру и побалться. И пострелять всех с петардами. Я вам все буду в этом видео показывать. Мне часто говорили подписчики, как сделать настоящее оружие, который стреляет с петардами, или даже с патронами, или с металлической. А с металлической это вроде бы закона, это статьи такие, которые нельзя убивать с оружиями. Так же как в гости, металлически нельзя убивать. Ой-ой-ой. О боже, мамочки, как страшно. Yeah.
нужно ключ. Сейчас мы соберем. Ну что за хрень? Давай. Всё, 100% попал я туда, к этому иди. Огневи, который в бою стреляет. Я не помню, может, я не знаю, или солдаты серьезно посадили этих там, чтобы не выходили никуда. Так, вот это что за... О боже. Это что, ли сперва ловушка, что ли? Я обожал такую игру в 2015-го играть. Даже одиночную и даже сетевую обожал играть. Но видите, такая вот. Чё поделать, я не знаю. Так. Сейчас опять тут ключ. Будем залезать, что ли, туда искать. Тут здесь не открывается. О, лучше вот так залезть. Круто! Я об этом сейчас сразу не подумал. Дверь не открывается. А, это как... Понял, это кто наверху, мы сейчас были тут. Идем. Мы были почти на 100%. Так. Тут тоже нет. Вот мы хотели туда пойти, вот оно, что мы хотели. Так, еще попробуем. Давай, граната, не подведи. Так, есть для двери карточку. А что будет меня туда здесь? Медленно иди, едет лифт верхний. Там еще и патроны есть. О, патроны у нас есть, да. 100 патронов для дробовика.
Да, что-то здесь, думаю, не исходится. Эти монстры. Так, мы были. Куда же нам теперь? А да, все нашел. Так, у меня появился еще там другой канал вчерашний, который я сделал. Винил ТВ, который я раньше таких снимал. По 14 по 15 года. Так, в общем, дорогие друзья, с вами был Данил, который я снимал эти там думы всякие, первый, второй, третий, а также четвертый. Мы будем продолжать где-то до 30 или до 20 серии, до окончания. Пожалуйста, поддержите меня жирным лайком. И подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии обо что-то, что здесь происходило сейчас в этом видео. И давайте всем удачи и всем пока.